Ich brauche Hilfe hier. Achtung, eine scharfe Bombe. Очень-очень-очень похоже. Как будто из какой-то игры. Прямо стоит, прямо, что забирать? Танк, чей, на 11 часов. Это наш, нет? Нет, не наш. Я не знаю, не вижу. Не наш. А, погоди, стой. Блядь, он уже уехал, да? Между пальмами стреляй. Кто уехал? Это был Митяй. Смотрите на... Я, кстати, стрелял в листву. На F3 по центру прямо танк стоит. На F3. Шибко видео, куда стреляю. F3 по центру. Пытался, попытался на опережение. Так, я еду на мьюнишн. А куда нам смотреть-то? На F3, но мы сами на F3, что меня смущает. А, так это вы. А там что-то наверху дымится, кстати. Берегите Саши. Меня 51 FPS, блядь. У меня 73. Мы скатимся сейчас назад. Вот когда я смотрю под ноги, у меня 70 становится. Ну, прокинемся. Катимся. Бай-бай, все. Затопили. Так, я беру точку. Это тоже танковая карта, что ли, Лич? Я не понял, блядь. Пошли там забирать. Вот здесь пехота, можно на пехоту походиться. Я хожу пехоту уже всю игру, меня ни разу не убили, никого не видел из пехоты. О, клумба взял точку. Понятно. Да, молодец, пока мы поднимались там. Мы похоронили нашу маршрутку. Клумба пришел пешком, так что теперь тут... Конечно. Конечно, у меня было, блядь, тактическое преимущество. Не, у меня недалеко вот тут маршрутка, кстати, стоит. Присутствую, я на спуске. Справа танк, внимание. Присутствую, ребят, присутствую, да. Вы знаете, что я вам скажу? На G4 в сторону меня на соотпост идет танк. И это похоже не наш танк. То есть чужой. О, хорошо. Отличный выстрел вообще. А что ты уничтожил его? Молодцы, он на меня ехал, блядь. Разумный на меня ехал. О, блядь, еще одна. Прямо сзади. Ну что? Разумный вообще ушел, вышел. А еще присутствие, пацаны, что-то есть. Да, прямо за колодкой. Тут ваншот не получился. Блядь, давить едут. Палатку прячься. На вас едет, прячься в палатку. Он тебя не задавит. Ах ты сука. Понял намек, блять, когда я начал ебало стрелять. Так, палит вас, не выходите. Я понял, палит, понял. Палит, палит палатку. Сейчас отвлеку его. Попробую его отвлечь. Сталин's mustache feels tingly. Поехал. Горит, остановился, сейчас взорвется. Отлично. Да все, я фронтовика выбил. Отлично. Если надо, наверное, помогать без танков. Даже обычно. В смысле, это обычный гранат, который подорвали? Да, он гранаты, просто высунулся из люка. А, ну да. В смысле, осколками, типа? Ага. А нет, она не по берегу движется, она выехала и приедет. Однако, разденешься? Дай-ка я весь патрон. Отлично. Пойдем дальше. Какой-то нездоровый был. Ну, кстати, мунишу на отпуск взяли, я не знаю, Саш, ты взял его? Спасибо. Нет, не я взял. Я вместе с людьми. Я его контролирую. Я честно добил. Ой, маршрутка едет на мунишен и еще один этот легкий танк. Что ой, бля, танк, ёб твою мать, русский танк. Мискали бежать на мунишен. Русский танк. Да, беги, Саш, бери, бегут его, беги туда, я его только беру. Что оттуда вышел. Я только что оттуда вышел, его беру. О, курва. Успеть. О, вижу. Спрятался. А он там. Ты сказал, вижу, и я подумал, надо бы попробовать прилечь на всякий случай. И я лег. И в этот момент пули пролетели над головой. И думаю, блядь, точно меня видит, блядь. Сука, я прям. Это такой тайминг был просто. Я вот просто нажал лечь, и пули над головой пролетели. А тебе все равно бы не попало, потому что я на ходу стрелял.
Опа. Спасибо. Сюда, пожалуйста. Дружка, вы теперь можешь высовываться. Давай поиграем в игру этот. Давай, высовывайся. I was stuck there for like, I don't know, 5 minutes already. I couldn't move. Играем в игру, успей вынуть. Ой, Андрюшка, опа, привет. Кого-то срезал. Ой, Андрюшка срезал. Не успел срезать. Я же знал, что это Андрюшка. Ну, мы играли в игру, я не успел спрятаться. Что общего между подгоревшей пиццей, беременной школьницей и утопленником, да? Да, и успели вытащить. Да, сгоревшим тортом, да. Отъебись. Ну, блядь, отъебись. Есть. Дожал. Я же сказал, отъебись. Но ты не слышал мою мантру. Я говорю, отъебись. Ну, Коля. Коля, скажи свои координаты. Бегаешь по полю, подбегаешь к танку, чешу, что зарезка заложена. Ждешь, пока готовится. Взрывчатка заложена. Да. У нас тут два штука спариваются, похоже. Жить, как выглядят советские танки? Они зеленые. Если меня опять кикнет, блять, я не знаю, я удалю эту игру. Нет, не кикнет, потому что я не попадаю нихуя. Саш, ну давай, я твой ангел-хранитель, я буду с тобой смотреть сверху. Короче, говори мне, где враг. А враг от тебя находится на 3 часа, на 2, на пол, на пол, не на 3 часа, на пол одиннадцатого. Один есть, далеко едет, далеко на пол одиннадцатого. Да мне на него похер, где другой враг? И два врага на 11, на пол двенадцатого. И еще враг на 11 есть. Я так и понял, да. Три врага на пол одиннадцатого. Молодец. Вон они, сейчас мы их... Давай, Сашочек, давай. И чисто в дёбы. И ни в кого не попал. Вот я не сообразил, что я тут. Он же мертв уже, нет? Нет, слева едет. Объезжает. Ну, выше. Вон, видишь, этот выехал, блядь. Для меня это два пикселя. Да ёпт. Как же можно попасть-то? Ай, блядь. Надо прижать больше, по-моему. О, попал, по-моему, нет? Он катается, блядь. Не, не попал. Еще один выезжает туда же, Саша. О, попал. Вот это попал. Кто тебе стреляет? Сука, он встал мимо. На месте. Катается, не нравится. Встал, не нравится. Рикошет. Он на счет летит. Есть такое подозрение. Может, спать? Они по Саше стреляют. Но попадут по вам. Так, а где? Справа, слева? Справа, да. Справа. Ну, видишь? Только что затем сейчас я поменяю угол. Давай башню на 11. Так нормально. Да как сколько? Будешь заняться? Блин, это рикошет, а? Демиц, это наш. Нет, дальше. Фуэлон стреляет. О, он только что взорвался. Я говорю, наш Демиц. А дальше? Левее, смотри. Саш, может, это наши, Саш? Подожди, это я немец, да? Там наши выезжали. Там наши выезжали. Там немцы, да? Слушай, ты мой ангел-хранитель. Я слышал, где враги, бля. О, блядь. Саш, я смотрел, спереди едут пацаны. Я тебе сказал, что они спереди. Понял. Я ж не знал, что там едут не враги, блядь. А как там не враги взялись? А, они все захватили. Я понял. Сори, Саш, я вообще тебе дал дизинфу. Ладно, я понял. Бля, это заебись. Все равно мы с тобой на втором месте, посмотри. Ну ты... А, слушай, ну вообще ты красавчик. Тебя простите. Это, наверное, потому что первые все поливали в спектаторы. Блять. Пойдешь, нет? Нет, я его едва вижу. Там, он, видишь, дым идет. Да ёб! Какой же я мудак. Сейчас, читай. Так он на нас смотрит как раз. Вижу. А, вон он, блядь, стоит. Перебор. Саша, что такое, Саша?
Блядь. Саша крошит своих и все равно на втором месте, бля, это как вообще? Как так получается, Саша? Бля. А ты где? Я тебя потерял, я пошел посмотреть на разведку, где танки вражеские. Если ты видишь танк, который едет по кругу, это я. Сейчас просто я еду кругами, мне никто не попадает. О, я тебя вижу. Саш, смотри, развернись. Вот сейчас остановись, вот это. Да, вот на 10 часов танк стоит от тебя. Вражеский, это точно вражеский. Так. Левее, ну что ж, левее, посмотрим. Левее, поворачивайся. Вражеский. Да, на, да, да. Сейчас на 2 часа от тебя, на 2 часа от тебя. На 2 часа от меня. Поворачивайся. Вот тебя пострелили. Вот. Блять, ты выпрыгнул, да? Я даже высунулся. Я выпрыгнул. Ты успел дуло выпрыгнуть, я смотрю. Ну поехали дальше, здесь просто все равно. Кстати, нет смысла, нет смысла. Мы просто пересматриваемся на друга биноклями, короче. Мы знаем, где мы находимся. А что, ты без танка остался? Пострелили друг друга, не попали и все. Я подойду и застрелю. Подойдешь, застрелишь? Я видел кино «Рэмбо 2». Рэмбо. Ты сейчас за камнем, да? Тебя сейчас убьют, Саша. Ну куда сейчас меня повернут? На 10 часов. Я Мансю не убью. Мансю, видишь? Мансю, блин. Вижу, да. Посмотри на 11 там есть. Саша. Чуть-чуть. Саша, блядь, вообще правда. Короче, прямо, он прямо на нас стоит. А кто на чем едете? Вы на четверках едете? Да, на четверке. Я на четверке. Каждому лучше верится, катится, голубой вагон. Это как это не в тему вообще. Я один в танке, например, эти ребята, ладно. Морозный, где твои координаты? Спасибо. Координаты цели. C6907. Катюши, да, конец. Да, Катюши, да. Я не понимаю, это советский танк или нет. Андрей, посмотри, пожалуйста, побыстрее. Стреляй, да, это советский танк, да. Потом думай. Вот ты сейчас выстрелил, да? Тебе уже я выстрелил. Попал? Я стреляю тебе. Да, это советский танк. Спасибо. Да, я так и знал, что это морозный, блядь. Мочи это морозный, Саша, мочи это. Стреляй, рикошет, блядь, мимо. Сейчас ждем, Андрей. Давай, Саша. Саша, повернись углом. Да. В принципе, это было хорошо. Хорошо. Я следил просто за морозом. Он ехал, я видел, он хитро ехал. Сейчас успею, не успею. Он очень быстро. Он маскировался под нож. Да, блин. Да, да, да. Но, видимо, он был не наш. Я только... Не успел стрелять. Чуть-чуть не успел стрелять. Он прямо в упор подъехал. Это немец, Саша, кажется. Это немец, Саша, ни в коем случае, это немец, все, это свой. Это свой. Он едет. Где? Есть. Сверху. Осталось только пулеметчик. У них пулеметчик может быть дальше. У них пулеметчик. Даже не понял, даже за пушку. А, он сел за пушку, сел. Слышишь? Там спал он минус, могут быть осторожно. Он сейчас нам будет стрелять, был. Вы что делаете? Сейчас сам ложит где-то только что. Может лучше рядом не стоять? А одна секунда. Play of the game. Ладно, наверное, на сегодня все. Всем спасибо большое. Спасибо.